Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Гараж. Как вы помните, мы остановились с вами на заводе, так что давайте продолжать. Глава 11, фабрика роботов. Здесь все работает само по себе. Сейчас мы это проверим, как тут все работает. Так, энергетическая бомба, оружие МП-5. Так, нужен ключ. Так, патрончики, ага. Ключ, нам показывают ключ какой-то здесь, ясно. Так, энергетическая бомба, я так понимаю, должен... А, открываем. Ее или швырнуть, или... Оу, тихо, турелечки. Эй! По-моему, промазал, да? Да, промахнулся, ё-моё. А ну-ка, оу. Так ее можно и так снести, ребят. Нафиг нам еще какие-то бомбы там. Энергетические, сейчас расстреляем. Но, так, я вижу, броник там лежит. Чуть-чуть пониже, ребята, давайте возьмем его. Отличненько. Так, что тут у нас? Патрончики обязательно. 20 патронов, это хорошо. Ну, ключик, вот он. Думали, меня врасплох возьмете, а вот уж дудки. О, да он еще и не пробивает даже эту преграду. Блин, вот единственная проблема, ребята, что очень быстро у меня заканчиваются патроны. А ну-ка, выкуси. Отлично, шикарно. Так, о, смотрите-ка, здесь броник, аптечка. Самый смак, как говорится. Так, тут у нас патроны для дробаша. Ну что ж, тогда пойдем отсюда. Мы ключ взяли, ага, вот, турели, ребята. Оу, тихо, блин. Ай, больно. Да, придется, наверное, так, ребят. Если бы мы еще нормально бы попадали, цены бы мне не было бы. Но так как у меня собака, ты будешь подыхать или нет? Есть. Офигеть, блин. Так, дай-ка мне бомбочку эту. И что тут? А, мы же ключ взяли, да, ребят, давайте-ка сейчас открывать, видимо, вот эти вот двери. Оу, это что такое? Сохранение, уже хорошо. Так, смотрите, какие-то... Ага, я понял, давайте здесь пройдем. И вот сюда. Ай, ящик, ё-моё. Давай быстрее, толкай ему. Фу, все, в безопасности. Теперь, я думаю, можно его и сломать просто-напросто. Подожди, а что он сгорел-то? А, так, в общем, сейчас наверх и побежим, ребят. Дынь-дынь-дынь-дынь. Нормуль. Так, ага, здесь мы можем провалиться. Так, по краешку пройдем, наверное, да? Ну, здравствуйте, приехали. Черт бы их побрал. Так, ребят, нам придется, знаете, как у этих... В универмагах двери такие. Опа, опа, тихонько. Не надо шалить. Ай, больно было. Чутка обжегся. Сохранение, все, нормуль. Что тут загудело? Ага, две турели. Ну, ладно. Сейчас попробуем по-быренькому зачикать. Есть. Одна готова. Вторая тоже. Ну что же. Против дробовика, ребята, они просто ватные. Вот эти вот турели, я смотрю. Ничего в них такого особенного нету. Так, что нас тут ждет-то впереди? Я даже не знаю. Что нас ждет впереди? Наконец-то свет. Так, патроны взяли, аптечку взяли. И что же тут нам остается сделать? Сломать? Ну, давай сломаем. Дали нам батончики. Так, переключить. Открыть. Ага, автоматическая дверь закрыта. Ну-ка, давай сломаем ящик. Бронежилет, замечательно. Так, подождите, ребят, я что-то немножко не догнал. А куда нам вообще идти-то надо? Тут вроде как тупик. Коробка эта, я так понимаю, не ломается, да? Ага, все верно. Переключить. И что мы там переключаем? Не работает. Взять патроны. Погоди-ка, я не догнал. Тут, по идее, должен быть какой-то переключатель. Но написано, не работает. Хм. Странно. Так, ладно, давай, может быть, здесь мы что-то пропустили.
Так, бомба. Слушайте, а может быть надо бомбу туда кидануть? Как вариант, можешь же попробовать? Блин, еще и не долетело. Переключить. Я не могу понять, что там такое находится-то, а? Телевизор обычный, что ли? Нет, нас сюда не хотят впускать. Да что за фигня-то? Я не мог там нигде ничего пропустить, потому что там лазерные эти двери. Никаких там закутков не было. Я, по крайней мере, не видел. Здесь тоже, вот смотрите, все облазил абсолютно. Дай-ка я нафиг сломаю. Да, ребят, это был, по-моему, обычный телевизор, так что от него толку ноль. Хорошо, выбора нет, ребята, мы пойдем с вами обратно. Может быть, все-таки где-то что-то мы упустили. Так, у нас здесь вышли две турели, мы их с вами зачикали. Здесь, как видим, тупик, тут не протиснуться. Здесь, по ходу дела... Ага! Вот оно что! Так, тихонько, тихонько. Патрончики. Не, слушайте, ребят, ну это... Так, звук такой, знаете, как будто... Тихо, подожди. А, нет, показалось. Я думал, знаете, пустоты там в стенах. Хорошо, может быть, с этой стороны... Ага, тоже есть. Опа, опачки! Мины, ребята. А мины я очень... Так, посмотрим. Да. Обезвредили, но не все, по-моему. Что-то мне не нравится. Тут какие-то генераторы у нас стоят. Так, ящик лежит. Ящик-то мы сейчас быстренько разбомбим. Патроны. Ну что, наверное, придется нам шухерить. Другого варианта я не вижу. Опа, опа, тихо, тихо, тихо. Так, давай-ка, наверное, мы с тобой. Опа, нормуль. Блин, чуть было не грохнуло, а. Значит, ребят, вроде бы как правильно идем с вами. Так, я понимаю, здесь что-то будет, да? Пульт. У нас пульт здесь какой-то. Так, патроны и... Ну и что тут нам показывают? Мы же здесь вроде бы уже были. А, наверное, ту дверь мы с вами открыли. Обалдеть, блин. Для того, чтобы открыть дверь, нам пришлось вот сюда вот добираться. Ладно, пойдемте тогда обратно. Надеюсь, без приключений. Ай, лучше обойдем нафиг. Мина нам не нужна здесь. Так, отлично. Ну что, никого нету. Все хорошо. Я спокоен абсолютно. Так, а вот это уже плохо, ребята. Вот это уже сохранение. Замечательно. Турели, да? Ага. Собственно, персоны, ребят. Готово. Так, давай, 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 давай. Еще минус одна. Так, что-то их тут, по-моему, дофига стало-то. Эй. Так, тихо, тихо, тихо. Ю... Блин, убили. Главное, чтобы не было никакого кипиша. Вот что я вам скажу. Так, давай-ка ее. Отлично. Так, давай-ка бомбочку возьмем. Вот так вот. Блин, не уничтожили, зараза, а. Да сколько же вас тут, а. Бесконечно, блин. Мне нужна, ребят, граната. Сейчас, подожди-ка, попробуем так вот. О, она наша. А вот и... Бомба энергетическая. Так, ну что, давайте закинем, наверное, в этого паршивого робота. Есть. Попали же? Попали. Так, ну что, ребят, тут осталось, я так понимаю, всего лишь два их. Тихо ты, блин, ну как же так, а? Так, подожди, дай-ка я вон тот подхвачу. Должен протиснуться. Опа. Выкрутились. Давай, наверное, вот эту вот уничтожим сейчас. Рядом должна взорваться, рядом. Да, уничтожила. Ну и последнюю сейчас добиваем с вами. Готово. Причем, когда она... А, нет, смотри-ка, еще... Откуда вы... Откуда вы беретесь-то, ё-моё? Ну, хорошо-то как, а? Так, давай-ка последнюю тогда. Надеюсь, что это последняя. Когда, кстати, погибает эта турель, она кричит, как, знаете, как будто робот какой-то подыхает. Такой... Так, ладно, берем. Все у нас тут на мази. Ай-яй-яй-яй-яй, не нравится мне, ребята. А есть какой-нибудь... Нету другого пути, да? Как ни крути, нам придется идти.
Ой, ладно, пойдемте. Пиндер... Ай, слишком быстро. Точнее, слишком... Не понял. А, вот, рычаг. Тихонько, тихонько. Блин, не... Что такое? Ага, опять, опять начинается. Ладушки. Давайте, наверное, уничтожать ее. Подавись, гадюка. Хе-хе, погоди. Слушайте, ну я же ее уничтожил, ведь так? Вместо нее стало еще круче. И что мне теперь прикажете делать? Давайте дробовика тогда шмалять. А ей... А, нет, не пофиг. Все, готово, да? Сынуля, ё-моё. Так, ну здесь ничего нету больше. А давайте пойдем сюда. Коридорчики, коридорчики. Я так понял, здесь не будет никаких зомбарей, ничего такого. Чисто одни вот эти вот роботы контролируют так сохранение. Две коробки. Так, турель. Сейчас оживет. Что-то не хочет. Ну давай тогда, наверное, вот с этих вот начнем. Я, короче, понял, ребят, смотрите, мы уничтожаем, например, одну турель, да? Она как бы погибает, вместо нее оживает следующая. И вот так вот, короче, до бесконечности, блин. Да ё-моё, ты же два раза уже погибла. Три раза надо тебе, что ли, подбивать. Я так все заряды потрачу на эту гадюку. Так, у меня уже кончились патроны. Давай тогда вот так сделаем. Эти мелкие еще тут снарядики летят. Смотрите, ребят. Так, готово, да, надеюсь? Все, я ее подбил. О, аптечка, это хорошо. Ломаем этот ящик. Сгодится. Ну, ё-моё, ну чё ж такое расстрел-то? Разлёт у патронов офигенный. У меня больше ничего нету, ребята. Только магнум. Будем с магнумом шмалять. Так, ты, гадюка, сдохнешь или нет? Я ж тебя, блин, только что взорвал. Неужели вас тоже нужно по несколько раз бомбахать, а? Ладно, сейчас попробуем. Блин, патронов-то мало. Есть. Так, берем бомбочки. С ними как-то сподручнее, быстрее они уничтожаются. Эй-ю, попал вроде бы, да? Хотя что-то не крякнула она нифига. Нет, не попал. Воу! Вот это да, вот это не повезло, ребята. Две бомбы в никуда просто. Ну что ты там пшикаешь, на? Блин, а! Забываю, что они по несколько раз восстанавливаются, ребят. Так, буду потихоньку, потихоньку. Вот так вот. Блин, а у меня всего два патрона. Один. Сработало. Оставил это мне, да, бомбочка есть. Так, где эта гадюка? Ага, вон она. Оу, тупанул. Ну, на этот раз так все просто не пройдет у нас. Все, что ли? Ага, все, вон она там, пыхтит. Блин, ну, вот сейчас точно должно было все быть. Так, отлично, ребята. Ну, где-то еще тут шкварчат, заразы. Вон они, внизу, внизу и слева. Готово. Я это услышал. Так, давай. Или нет? А, ну да, наверное, первая трансформация прошла. А вот это уже была вторая. Значит, так же будет и с этой фигней. Вот вначале она стреляет одним ядром. Потом будет, наверное, уже двумя. Ну-ка, давай проверим. Ай! Надо вначале бросить, а потом, ребята, уворачиваться. Ага, вот он. Да, ребят, два ядра, по-моему, бросает. Мне кажется, блин. Вроде бы как два и в то же время одно. Хрен его знает. Это не важно, сейчас хлопочет просто по первое число, да и все. Ай, знакомая ситуация. Я не могу, ребят, пробить, знаете почему? Ядро, которое выпускает она, я вначале уничтожаю его. Поэтому не получится у меня так. Вначале у меня ядро уничтожается, а вторая пуля, соответственно, вообще не долетает, потому что он выпускает следующее ядро. То есть я просто уничтожаю ядра. Ага, вот так вот. Все, что ли? Патронов-то сколько? Три. Три штучки, ё-моё. Да, ребята. Ты... Чё ты будешь делать-то, а?
Вот и все. И что же у меня осталось? МП5. Три патрона. Дичь. Дичь. Так, возьмем вот это вот. Отбежим подальше. Сейчас бросим. Я должен попасть, ребят. Как говорится, в яблочко. Ну, и что теперь? Что нам открылось? Ага, вот, вижу. И больше, по-моему, ничего, да? Так, здесь у нас тупик, тупик. Да, абсолютно ничего здесь мы сделать не можем. Значит, правильно. Идти нам нужно, скорее всего, в те двери. Это у нас, по-моему, начальный выход. Нам сюда не нужно. А вот патрончики нам пригодятся, конечно же, ребята. Будем ходить с магнумом. Ладно, берем бомбочку и рулим тогда сюда. Другого выхода все равно нету. Так, ну-ка, что ты мне дашь? Дашь что-нибудь? Ага, дала, энергетик. Патрончики, бронежилет, уже хорошо. Коробка. О, аптечка. Ну что, ребят, я на высоте. Блин, опять турели, а. Получи. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Оу, замес-то какой. Так, погоди, погоди, погоди. Дай возьму. Ай, заколбась сейчас. Бросаю нафиг. Есть, должен подбить, отлично. Вот так и приходится, ребята, юлить. На. Подбил? Подбил. Аптечка. Так, давай вот это вот. Попал же вроде бы как. Вот сейчас, наверное, не попал, ребята. Сейчас вообще какую-то другую сторону метнул. Все. Как будто здесь никого и не было. Ладно, мы их подбили. А что дальше-то? Куда идти нам? Что-то не могу определиться. Ага, все, вижу. Сюда, сохранение в две турели. Так, подожди, подожди. Надо подхилиться, ребята, обязательно. Иначе кранты нам будут. Че, промазал, что ли? Ну да. Видать, бомбочка не долетела. Ай, ты еще с перезарядкой со своей тут, а? Пробил все-таки. Отлично. Так, опять? Опять турель там, а? Стоит. Блин, я еще и промазал. Здесь никак не обойти, ничего нету. Где еще? Бомбочка-то хоть какая-нибудь где-нибудь завалялась, нет? Абсолютно ничего нет, ребята. Тут тоже пусто. Ладно, придется тогда ее уничтожать как-то своими силами. Вот, из автомата сейчас будем шмалять по ней. Так, вот она. Ну, давай поговорим. Готово. Что здесь у нас? Блин, какие-то лабиринты, ё-моё, блин. Называется завод роботов. Так, выбить дверь. А что у нас здесь такое? Интересно, я в правильном? Блин, мины. Давай-ка здесь глянем. Так, сохранение, это уже хорошо. Так, ну что, бросай, наверное. Ой, ё-моё, это же преграда была, ребят. Да, хорошо, ладно, давайте тогда вот в этом направлении пройдем. Так, мины. Мины мы можем обезвредить, по идее. Пнуть. Черт, все равно садануло, а? Маленько. Так, давай вот здесь вот тогда тоже пнем. Оп. Замечательно. Какой-то потайной ход у нас. Так, я вижу 4 ящика, и в них наверняка что-то лежит. Пустой. Так, патроны, аптечка, это уже хорошо. И в последнем броник. В принципе, все по стандарту, отлично. Теперь нам в любом случае идти туда, ребят. И расправляться с этими турелями. Турели же здесь, да, турели. Оу, как они колбасят жестко. Черт подери. Тут можно было бы, конечно, и уворачиваться, но... Также можно под сальтом попасть на ту же самую, извините меня, миночку. Так, давай бросаем. Уничтожила, отлично. Уже вообще замечательно. Ребята, так, сколько их? Две, да? Две.
Ё-моё, промахнуться, блин. Эх ты, трехочковый не забить не смог. Давай. Жарим. Так, патронов-то вообще мизер. И последнее у нас им осталось. Так, давай-ка мы его вот так вот аккуратненько. Все, шикандос. Так, что у нас за пульт это такое, а? Двери открылись. Что, почему такая тишина? Эксит, ребята, мы с вами нашли, по-моему, выход. Так, ящик, который мы, как всегда, не сможем открыть. Аптечка. И дайте. О, батончик. Ну что ж, давайте на выход тогда. Больше здесь нечего нам ловить. Что это за звуки там такие? Буч, ты понимаешь, что за такую партию наркотиков судья мог легко дать тебе 20 лет, говорит шериф. Это что, воспоминания какие-то? Да, мэм. Вряд ли твоей матери это понравилось бы. Вы правы, но моей матери уже давно нет в живых. Знаю, я была знакома с ней, когда она была еще жива. Ей пришлось несладко. Я все знаю, Буч, как ее довел этот мудак, твой отец. Замечательно, рад встретить понимающего человека. Будь вы еще чуток помоложе, и кто его знает. Послушай, шутник, я даю тебе второй шанс. Не упусти его. Ты можешь начать все заново и сделать что-то полезное в своей жизни. Я вам очень признателен, мэм, но я потерял товар и деньги. Скоро за мной придут. И вы думаете, что мне не пофиг, где умирать? Тут или за решеткой? Я сделала все, что могла. Дальше ты решай свои проблемы сам. И не забудь, что у тебя исправительные работы. Будешь мыть полы в торговом центре «Гараж». Умереть в униформе уборщика – это моя мечта. Можешь идти. Это был сарказм. Пошел вон отсюда! Так, ребят, вот оно и проясняется. Он, оказывается, в гараж, в универмаг шел для того, чтобы мыть полы, исправительные работы. Но почему он оказался в машине, в багажнике? Вот в чем вопрос. Так, погоди. Так, тут у нас что? Хоп. Ага, печки. Тут уже типа, знаете, какой-то завод по утилизации. Давай ты нафиг. Не прикалывайся. Так, что тут у нас показывают? Непонятно. Непонятно, но страшно уже. Два батончика. Так, давай проверим. Что? О, я не могу уйти. Опа, опачки. Здравствуйте, приплыли. Какие еще нафиг танки? На. В принципе, ребята, они салаги. Их просто можно взрывать. Сохранение. Так, ну что, куда тут? Что такое? Открыли. А, здесь можно тоже, смотрите. Опачки, поздоровались, блин. Сейчас я его накрою, ребят. Ай, промахнулся маленько. Что, давай тогда сюда рванем. Так, блин. Оу, тихо. Не надо буянить, ребята. Так, два танка здесь, да, значит? О, сейчас я кого-нибудь подобью сейчас. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Попал же, нет? Что-то я не могу понять. И выйти не могу. Вот ядрёна вошь. А он сейчас, смотрите, ребята, я в тупике. Если он... Сейчас мне, по-моему, здесь финиш придет. Ну, да, ребят. Как я не старался, ничего у меня не получилось. Ладно, давай тогда повторим, как говорится, сделаем повторчик с вами. Так, а что у нас тут-то такое? Смотрите, какая, ребят, я здесь не был еще. Так, ленты, ну попробуем. Ой, фига, тут сложно, если честно. Так, дайте-ка я еще разочек попробую. Я просто не понял, в чем проблема. А, все, смотрите, ребят, они в разном направлении двигаются, поэтому нужно... Вот так, тихо. Оу, ну тут вообще. В принципе, туда идти не надо, ребят. Там всего лишь ящик лежит, который нужно опять же взламывать через код. Мы пароли с вами не... Слов просто нету. Мы пароли с вами не знаем, так что идем вот в этом направлении. Ну что, я добью его или нет, а? Почему я не могу попасть? Ёпарасете. Хотелось бы, конечно, его добить. Посмотреть, что там вообще. Да ё-моё, что с патронами-то? Мало патронов, вот что я вам скажу. Готов. Ладно, давайте глянем, что... И что это? Понятно, только 28 для автомата патронов у нас.
Ну, зато я взял бомбочку. Так, сейчас он подрулит, и мы его... Ай, слишком близко сделал. Слишком близко, ребята, это было. Короче, сюда идти нет смысла. Давайте сразу... Погоди, а, кнопку надо нажать. Сейчас мы вот так вот по-быренькому здесь разберемся. Ну, давай, 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 иди сюда. Ну, вот так вот. Отлично. Здоровье у нас пока еще нормально позволяет. Плюс у нас есть бронежилет. Оу, ничего себе. На, кагат. Как я его надурил, а? Так, что у нас здесь? Броник, аптечка. Ууу, да я просто в куражах. Ребят. Я везунчик, я фартовый. Давайте сюда двигаться. Так, что у нас здесь? Лента. Ого, ты посмотри, ты посмотри, как тут хитро придумано. Ага, значит, лента, металлолом. И я должен, видимо, по этой ленте двигаться. И у другого варианта у меня нету. Так, ладно. Оу, да они полный мне тут обстрел решили сделать. Ребята, у меня две аптечки, я не знаю. Тихо, 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 тихо. Я не могу ничего. Блин. Все, не могу сальтоны делать уже, потому что, ребята, адреналин, когда зашкаливает у нас. Все, фух, повезло. Когда адреналин зашкаливает, он не может больше ничего делать, только бежать. Никаких там сальтонов, прыжков или еще чем-то. Так, аккуратненько здесь надо будет пройти. Так, вот это вот. Так, 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 тихо, 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 тихо. Не буянь, не буянь, пожалуйста. Ай, все равно обжигает нас. Фу, прошли. Так, что у нас тут в коробочке-то? Патрончики, ладно, сгодятся. Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли, а? Когда же это все прекратится-то? Так, граната. Я уже не могу взять. Блин, хочу аптечку ту. Рискованно, ребят. Давайте, наверное, мы с вами здесь вот пробежим. Наверное, кувырок придется делать. Оп, черт, подери. Так, коробка, батончик. И я так понимаю, это что открывает? Ага, вот эти вот двери открыли. Опять танки, да? Да, видимо, опять танки сейчас приедут. Вон он, сзади. Так. Опять двое, да, их здесь? Или больше? Что-то не могу понять. Оу! Три! Три танка, ребята. Черт подери, у меня аптечек больше нет. Вот. Бомба есть. Попаду, нет. Так, один вроде бы уничтожил. Так, еще бомбочка. Давай-ка вот этого, наверное, по прямой наводочке. А, их там даже двое было. Я, по-моему, их уничтожил. Все, ребят. Да, на горизонте чисто. Небо ясное. И мы идем сюда. Так, аптечка. Это как... О, и выход, да? Ох, шикарно. Блин, я надеюсь, это последний действительно выход, ребята. Потому что, честно говоря, мне как-то напрягает. Вот именно этот заводик напрягает. Я бы лучше бы с зомбарями дрался. Так. Прочитать. Лифт на поверхность. Ух ты, вот он лифт, ребята, на поверхность. Выбить дверь. Блин, а может быть подняться лучше на лифте, а? Как вы думаете? Давайте-ка попробуем. Найти анаконду. Ага, мы без нее, значит, никуда не сможем уйти. Я надеюсь, она не где-нибудь там в плену. Так, что такое? Ага, вот она. Главный выход заблокирован. Будем спускаться глубже в лабораторию. Погоди, в западном крыле есть запасной выход. Идем туда, скорее. Запасной выход? Ага, случайно его нашел. Даже не верится, что мы выберемся отсюда. Я не могу. Ты, наверное, не понимаешь. Мы спасены. Выходим на поверхность подальше отсюда. Ответ отрицательный. Это какая-то шутка? Послушай, здесь под землей находится ужасное биологическое оружие. Консервант Демиховского. Чтобы завладеть им, сюда устремятся все корпорации мира. А мне какое дело? Если они получат консервант, миру придет конец. Только Демиховский знает секрет противоядия. Мы должны спуститься к нему в лабораторию и достать рецепт. Знаешь, я обещал тебя спасти, я свое обещание выполнил. А все остальное не моя забота. Пускай этим занимается армия, президент, супермен или еще кто-нибудь. Счастливо оставаться. Понятно. Ну что, пошли отсюда тогда. Таня. Что Таня? Мое настоящее имя Таня. Я родилась в Восточнославии. Мой отец был известным ученым, но его репрессировали, когда мне было 5 лет. Оставаться дома тогда было небезопасно, и мама решила тайно эмигрировать в страну потребления. Здесь мы начали новую жизнь. Мама работала кассиром в соседнем супермаркете.
Я помню тот день, когда она не вернулась с работы. Ее застрелили прямо на рабочем месте. Позже я узнал, что это была акция устрашения. Корпорации развязали войну с конкурентами. Хереть. Организатором акции был мистер Смит. Полиция бездействовала, а у Смита было достаточно денег и юристов, чтобы замять любое дело. Я примкнула к кротам, чтобы отомстить и разрушить дотла его корпорацию, но теперь и кроты ушли отсюда. Мне жаль. Мне не нужна твоя жалость. Я прошу о помощи. Подумай, сколько матерей, отцов, сестер, братьев мы можем спасти, если что. Если найдем противоядие. Ах ты, анаконда, все-таки... Ну что же, ребята, я не могу противиться. Я, конечно же, буду ей помогать. Ну что же, а на этом, пожалуй, мы, ребятушки, с вами и будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, видосиков.